Ярмарка вакансий несколько раз в год выходит за рамки города-курорта. Работодатели и соискатели вакансий из соседних городов и районов предлагают свои услуги и возможности. На данную ярмарку приглашено 53 предприятия, но пришло больше предприятий, которые представляют более 1000 вакансий. Это в основном вакансии санаторно-курортного комплекса. Это повара, кухрабочие, горничные, официанты, плотники, сварщики, рабочие зеленого хозяйства. Также у нас представлена городская больница, Зеленстрой и другие предприятия, которые представляют вакансии по своим отраслям, в том числе и сельское хозяйство. Эту ярмарку ждут сотни анапчан, чтобы найти работу временную или на круглый год. Подработать стремятся студенты и пенсионеры. Хочу посмотреть, во-первых, а может быть и найду что-нибудь для себя. У нас у пенсионеров выбор небогатый, как говорится, я специфическая служба. Ну, у меня есть и техническое образование, может быть что-то, механиком могу работать, может быть в охране где-то что-то может быть. Еще мастер-строитель, ну еще, допустим, профессию мастера, но здесь пока не нашла. Ходить, как мы раньше ходили по санаториям, это очень было тяжело. А сейчас вот, представьте, пришли сюда и уже познакомились, и зарплату уже узнали. Мне очень нравится. 1738 вакансий заинтересовали на этой ярмарке посетителей. 606 человек рассмотрели предложения предприятий. 75% из них тут же намерены заключить трудовые договоры.